Всем привет, с вами снова Ним42, и мы с вами продолжаем проходить второй Half-Life. Продолжать мы будем с того же места, с которого угробили Алекс. У меня нет никакой информации. Время от времени они захватывают вартигонтов, и они сообщают нам кое-что. Но полной картины этого места у нас нет. То немногое, что нам известно, оптимизма не внушает. Приготовились? Вроде как сейчас все получше прошло, да, чем прошлый. Ладно, сюда. Я проникнул в систему безопасности. Теперь поищем отца. Боже мой, бедные люди. Так, ну это мы с вами уже видели. Я пока поищу, может, что-то интересное еще есть. Или полезное. Я не понимаю, почему, но с бандикамом у меня стало, кажется, сильнее игра глючить. Может, конечно, лучше снова перейти на фрапс, но с ним нужно кодировать. Готово, иди за мной. Блин, опять она вперед бежит. Зарежу уже сейчас, уйди. Гордон! Обнаружена кровопотеря. Алекса. Ой, опять отсюда. Так, все понятно. Я просто сохранюсь. По-нормальному нужно не забыть сохраниться. У меня нет никакой информации. Время от времени они захватывают вартигонтов, и они сообщают нам кое-что. Но полной картины этого места у нас нет. То немногое, что нам известно, оптимизма не внушает. Приготовились? Да уйди ж ты отсюда. Все? Вроде все. А лучше перезарядись. Лучше отвали от меня и давай щелкай кнопочки. Сюда. Я проникнул в систему безопасности. Самое интересное, что стоит средняя сложность. Однако вот из-за тупизны вот этой вот. Боже мой. Абсолютно невозможно ничего сделать. Бедные люди. Так. Сохраним. Вот! Что ж, похоже, я смогу его вытащить. Да давай уже иди сюда. Вот! Он идет. Пошли навстречу. Готово! Иди за мной! Так, все, сохраняемся. Вот прям здесь. Ой, какая ж ты тупая, опять попёрлась. Пришлось из-за тебя две гранаты потратить. Ой, уйди! Он должен быть здесь. Сейчас открою. Он там! Да сколько можно толкаться? Ну, ладно, давай. Давай попробую открыть. Сохраним сразу. Давай, Нигра, вылазь. Вылазь оттуда. Алекс, Гордон, неужели это вы, не верю своим глазам?
Папа, ты цел? Я-то в порядке, но вам следует уходить отсюда. Мы вытащим тебя, папа. Не беспокойтесь обо мне. Спасайтесь сами. Нет, мы не уйдем без тебя. Я думаю, я смогу настроить портал, чтобы вытащить нас отсюда. Да, но куда ты пойдешь? Я говорила с Кляйнером. Его портал почти заработал. Если он успел его восстановить, мы окажемся там. Если не успел, ну, хуже уже точно не будет. Игра не стоит свеч, Алекс. Я не могу потерять тебя. Уходи, пока можешь. Мы не уйдем без тебя. И не спорь. Но, Джудит, мы тоже не можем здесь оставить. Не переживай, папа. Мы найдем ее. А пока я отправлю тебя в кабину телепорта. Я не прощаюсь, папа. Встретимся там. Я уверен, что да. Встретимся там, Джудит. Какое-то у него странное выражение лица, потерянное. Пора уходить отсюда. Так, значит, снова сохранимся. То на нее как обычно часто летят. Ладно, сюда! Я вернусь на пост безопасности и попробую подключиться к твоей рации. Жди от меня сигнал. Откуда они здесь? Так, это хорошо. Сработало. Попробую расчистить тебе путь. Ищи Мосман. Я выведу отца из тюрьмы, а потом догоню тебя. Как скажешь. Дверь только открой. Ну? Подожди. Я подумаю, как открыть эти ворота. Окей, есть. Мне, в принципе, сейчас аптечка не особо и нужна, но было бы, однако, неплохо. Все-таки получить одну. Я открою через секунду. Ты не можешь сразу все открывать наперед? Проклятие! Заклинило. Ладно, есть идея. Давай назад, в тот кабинет. Ну... По схеме за полками должна быть вентиляционная шахта. Так, Гордон, ты можешь присесть? Внезапно. Куда они делись? Вылетать прям так на голову. Осторожно, Гордон. Я засекла сенсоры комбайна впереди. Сделаем просто вот так. Так, вон там один еще. Два. Два осталось. Ох, блин, нет, все, нужно возвращать фрапс. Это жутко неудобно каждый раз кодировать видео, сшивать, но с такими лагами я не могу даже попасть.
Очень странно. Я думал, по крайней мере, мне казалось, что изначально она работала лучше, чем Фрапс. Так, а как мне... Надо, наверное, взорвать ее чем-то заранее. Ну-ка. Что-то я испугался аж даже. Так, окей, вон там ящичек. Я начну работать над воротами. Секунду. Окей, есть. Так, а там что? Так, ладно, туда я не попадаю. Пока что. Черт, взгляни-ка на монитор. Ну и что? А, окей. Ой. Что-то все совсем... Совсем неудобно как-то. Знаете что, я, пожалуй, не стану писать такие серии, так что давайте мы на этом закончим. Ничего страшного, если она была не особо большой, я просто начну следующую писать снова с Фрапса. И надеюсь, таких лагов сильных не будет. Ну а пока что, я надеюсь, вам понравилось. С вами был Nip42, оставляйте комментарии, ставьте лайки и до встречи в следующей серии. Пока-пока!